It's very important at this time to show solidarity with the Russian people, and indeed people everywhere, mm-hmm. by celebrating the things that unite us as human beings, as opposed to the things that divide us. Очень здорово быть здесь сегодня. Такое количество разнообразной музыки, разнообразного творчества, разнообразных артистов показывает дружбу между нашими народами, показывает отношение людей к творчеству, к искусству, желание делиться своим творчеством. И, конечно, как раз в этом и сила, в том, что все артисты объединяются вместе и делятся своим творчеством со зрителями.